Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня делюсь с вами обалденным вкусным рецептом приготовления говяжьих ребрышек. Не просто говяжьих ребрышек, говяжьи ребрышки с фасолью. Все это в томатном соусе. Очень вкусно, очень интересно и, конечно же, немножко с остротой. Готовьте вместе со мной. Поехали! Вот такие вот у меня мясные говяжьи ребрышки. Давайте их сначала замаринуем, чтобы они были прям очень вкусные и очень ароматные. Добавляю примерно 2 столовые ложки растительного масла. Также нам понадобится сок пол лимона. Выжимаем. Косточки мы уберем от лимона. Это не проблема. Буквально щепотка имбиря. Столько же сладкой паприки. Черный перец, свежемолотый и хорошая щепотка соли. Все это хорошенечко перемешиваем. Хорошенечко промассировали и оставляем в сторону буквально на минут 40, чтобы промариновались наши ребрышки. Сегодня буду готовить чугунной своей сковороде. Отправили на плиту, добавляем подсолнечного масла, 3 столовые ложки будет достаточно. Разрезал головку чеснока пополам и ароматизируем масло. Ребрышки нужно хорошенечко прожарить, минут 17-18, до красивой золотой корочки. Спустя 15 минут мы добились красивой корочки наших ребрышек. Теперь добавляю фасоль консервированную. Минут 7-8 тушим именно с фасолькой. Накрываем крышкой. Добавляем еще один ингредиент. Это у меня помидоры через терку. Нам понадобится где-то грамм 250. Аккуратненько перемешиваем. И снова накрываем крышкой и томим еще минут 15. В это блюдо обязательно нужно поставить перец чили. Нарезаем кружочками. Аромат просто обалденный. Последний штрих, это у нас лук. Украшаем. Знаете, как я люблю это блюдо? Кушать. Ломаем батон. Еще разок ломаем. Вот это вот юшечка. Самое вкусное. Пробуем. Это просто бомба, друзья. Давайте уже все попробуем.
не только хлеб соусом. Мясо приготовилось. Фасольки попробуем. Вкуснотень, друзья, не описать. Самая вкусная еда – это когда готовишь своими руками. И, конечно же, с душой и любовью. Готовьте вместе со мной, получается всегда очень вкусно. Не забываем делиться с друзьями, комментировать и, конечно же, подписываться, кто не подписался. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.